Сэп. Сап, сап, мэн, как дела? Йоу, Марсель, перезвони мне минут через 15, сейчас я на централе этот вопрос решаю. У меня до хуя вопросов к централу есть. Перезвони мне, давай. Сам, как освободишься. У меня номера твоего просто нету, у меня сейчас нет времени записать его. Да такого человека, как я, ты время всегда должен найти. Ну, блядь, нету, забери у кого. Знаешь, во сколько? А. Позвони мне в 6:40. Хорошо, не 6, а 18. 6 это будет утро. Ну да, йоу-йоу. Будь так точнее 6 это со мной. Типа 6 после полудня врубаешь. Слушай, будь точнее со мной в словах. Можешь ошибиться. Давай, я понял. Так, надо, блядь, срочно ствол найти. Он бежит сам по себе. Так, блядь, а теперь будет ствол найти, блядь. Ох, бля, коронавирус, что ли, у тебя, дядь. Ну надевай маску, блядь, ты так, сука, кашлянула, блядь. У тебя две мухи изо рта, блядь, вылетело. О, блядь, еще финализация у меня. Нету никого, а шалеля, ха-ха. Да, я. Да, дружище, что там, освободился-то? Да, да. Где ты находишься именно? На Бенни с кастом, я узнаешь, где это? Да, ты мне можешь по навигатору назвать точный адрес цифрами. Сейчас я координаты. Тебе позицию скину. Нам не нужно, просто координаты назови. В телефоне открой навигатор. Или ванилу, на ванилу подкатывай. А я на ваниле стою. А, ну все, сейчас подъеду. Где, бля, меня в этом штате уважают? Бля, это чертило мне подогнал бы один, бля, ствол. Ох, бля, как я мог людей здесь напрягать. Йоу! Прыгай! Сейчас я машину перепаркую. What's up? Здорово, ман, как ты? Все четко, я ты как? Ничего, все ровно, как спина верблюда. Что делаешь? Такая же горбатая жизнь у тебя, что ли? Да, жизнь дала трещину. Я понял. Че, куда едешь? Йоу, да куда? Йоу, бери, йоу, бери. Да не, йоу, это типа мало ли, врубаешь, типа у нас не, там не, небольшие друг, конфликты. Я сюда пришел с чистыми намерениями. Йоу, пацаны. Да ничего, мы не, это йоу, это просто для нашей твоей безопасности, врубаешь. Моей безопасности слизка, я думаю, можно убрать этот пол. Слушайте, ребят, я че хотел вас поинтересоваться. Вариант валуну мне найти здесь. Такой какие неприятности, кое-кого, бля. Кое-кого, кое с кем мне надо перетереть. Да, я вот сейчас пообщаемся. Алло, слышишь, стол? Йоу, ты. Пойдем. Сейчас пойдет жара, сейчас чувствую. Это если что, кастомка наша врубаешь, типа мы здесь боссы нахуй. Да, прикольно здесь у вас. Да. Очень уютная обстановочка. Да. Я к вам в гости пришел, у вас есть что-нибудь покушать? Тебе похавать дать тебе? Да, естественно. Сейчас с холодильника достану. И попить. Хоть, бля, на халяву похаваю и попью, бля, за свои папки, бля. Только куриный супчик его с сыром, нахуй. Он свежий? Понят? Конечно, свежий. Спасибо большое, братан. Когда не забуду. А, воду еще. О, воду отдельно. Бонаква обычная, без газа, она. Если Эвиан есть, блядь. Конечно. Хорошо. Сейчас, подожди. Че? Я говорю, если возможность была бы Эвиан. Я пью только дорогой. Эвиан у нас такой нету. Все, спасибо. Там вода как вода, я типа. Спасибо, брат. А, брател, помоги мне, я никогда в жизни не забуду, мне нужен ствол.
Мне срочно нужен. Я устал, ты врубаешь, да, типа, ну, ствол, как бы, кэша стоит. Ой-ой-ой, что с тобой, ты подхнулся? Да, чуть-чуть, что-то я. Аккуратнее, братева, аккуратнее. Ладно, короче, постою, что-то я заебался сидеть, ёпт. Не, ну, что ты писаешь? Так, а ты что, типа, без, ну, без кэша пришел ствол выпрашивать, ёпт? Ну, Марсель, да, ну, ты же там, блядь, пи***ц какой богатый, ёпт. Слушай, братан, у меня сейчас, блядь, них приятно. Поэтому... У меня сейчас, я не могу перед людьми показать слабину, мол, у меня нет денег, или еще что-то, не знаю, в тебе я вижу что-то свое, я по тебе понял, ты не из тех, кто, блядь, предаст, подставит, да и я не из тех, ты сам видел, у нас с тобой получился инцидент, я легал им слово, про тебя не сказал, я нормально держу удар, у меня, блядь, очень много пацанов. И сейчас такое тяжелое положение, если ты мне помогу со столом, я бы никогда в жизни этого не забыл. Не, да врубаешь, Марсель, типа, ну стол бабок стоит, ё, ну типа я мы же его тоже там, я хуй знаю, типа, не на мусорке находим, ё. Это надо понимать. Стволы у нас вообще, ну, как бы нелегально появляются, понимаешь, все, что нелегально, очень дорого, ё. Типа, ну, Марсель, типа, я знаю, что как бы на форум драйве тебе там за 3,5, ё, ну, типа, предлагаю. Да 2,5. Ну, 2,5, ё, ну, типа... Будет мани, йоу, типа, будет кэш, йоу, типа, ну, за двушку я тебе могу впихнуть, йоу, братева, возьми его за двушку и отдай мне его за 3. Я в рассрочку. Я тебе обещаю, даю слово, что я тебе давать пойду. Да не, йоу, да, типа, какой ствол, йоу, в рассрочку? Ну, это полный щит, йоу, типа, Марсель, ну, типа, ты бизнесмен, я понимаю, даже если тебя нихуя нету, йоу, ну, иди часы там продай, йоу, какие-нибудь свои. Там, блядь, я не знаю, типа, Марсель, так дела не делятся, йоу, типа, рассрочка, я же тебе не банк какой-то. Типа, ну, пришел, купил, все, ушел, йоу, типа, на этом, как бы, могу тебе кастет подогнать, йоу, ну, типа, я тоже, как бы, это не ствол, йоу, ну, типа, ну, ты там, тем более, тренер, блядь. Я думаю, с одного можно будет с двух ударов ложить людей, ну, такой, так, глубокий нокаут. А ствол, йоу, ну, типа, это, как бы, в любом случае, бабки, йоу, типа, и вся вот эта хуйня, йоу, типа, а в долг, нам, типа, я знает, врубаешь, типа. Мы даже, ну, типа, знаешь, между своими хоуми, типа, там, блядь, ну, как бы никто друг другу не подгоняет, понимаешь? Типа, нужны бабки, нужен ствол, йоу, ты идешь, зарабатываешь бабки. Как ты их зарабатываешь, похуй. Швейная фабрика, будь то, блядь, я не знаю, легальный какой-то бизнес, йоу, типа, может. Я могу, знаешь, как тебе сделать, йоу? Чтоб ты показал себя, Марсель. Слышишь, Марсель? Я тебя слышу, я тебя прекрасно вот... слышу, я просто думал, о чем ты говоришь. Я дал тебе полную высказаться, чтобы ты сказал все, что у тебя на душе, но ты пойми меня тоже, братево. Дела так не делаются. Я понимаю, ладно. Что... Я понимаю, что вы даже свои друг другу не помогаете. Ну и я мало кому могу прийти с просьбой. Пожалуйста, помоги мне, найди мне этот ствол. Мне он срочно нужен. Здесь дело моей чести. У меня вопрос с одним чертом. Не надо, блядь. Бля, просто короче, помоги. Смотри, ты же бизнесмен там, не богатый, да, был раньше? Ну, да, это было. Ну, смотри, йоу, типа, знаешь, как мы можем сделать? Вот я тебе подарю ствол, врубаешь? Да, да. Вот смотри, как мы сделаем. Просто мы эту хуйню обыграем, типа, очень интересно и для тебя, йоу, и для нас, может, как бы ты там, типа, станешь. Давай. Смотри, я даю тебе 6 фасованных пакетиков фокса, врубаешь? Каждый стоит из них, типа, ну, полтонны, врубаешь, типа, ну, 500 баксов, йоу. Вот. Продаешь все эти 6 пакетиков, йоу, у тебя 3 тонны на руках. Приходишь, отдаешь мне 3 тонны, я вгоняю тебе ствол, йоу. То есть, как бы я отдаю тебе сейчас ствол бесплатно, врубаешь? Угу. И все, и как бы, типа, загонишь эти 6 фасованных пакетиков кокса, ну и там уже будет... Сейчас на данный момент даешь мне ствол, 6 пакетов кокса. Нет, я даю тебе просто 6 пакетов кокса, врубаешь? Угу. Ты загоняешь их по 500 за каждый. Угу. Как бы, ну, я... Это загоняет, знаешь, там это, ну, души, типа, брат. Как нам, как афросам, такую хуйню загоняю, типа. Это, короче, таких, как нас, ну, не устраивает, мы чисто по косякам, ё. Врубаешь, типа, ну, сатива, марихуана. Слушай, ну, слушай сюда, братан, я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. И просто, а прекрасно понимаю, о чем. Ну, я не из тех пацанов, у меня даже, если... Я могу оружие у тебя взять, кому-то перепродать. Но то, что губить жизни людей, я за здоровый образ жизни, этот разговор не нравится. Да, я сам могу покурить, но с твоим пацанам, которые занимаются у меня в спортзале, я всегда пресекал, всегда бил. И
Что они завтра скажут обо мне, люди? Помощник тренера стал барыгой. Меня так пацаны не поймут. Тебя ж никто не просит, типа, стоять там, выпихивать. Не-не-не, братан, если у тебя есть другое какое-нибудь предложение, пойти и взять моих пацанов, кому-то голову разбить. Или... Йоу, ну так... давай, ладно, давай так, так сделаем, Йоу, сейчас смотри. Бля, пацану тоже нихуя нету. У тебя есть сейчас пацаны, ну, типа, у меня пацаны есть всегда, просто я сейчас их отправил на одну тему. Другой штат, я им купил вчера билеты. Я почему остался, в принципе, без денег, ты же знаешь. Я все для пацанов делаю, для своих бродяг обычных уличных. И сейчас они вылетели на одну тему, другой штат, там, у одного кента нашего непонятки, они сейчас все там. Сейчас они там тему добьют, головы поднимут и сюда уже с деньгами прилетят. Да, поэтому по нынешнему курсу, конечно, у них будет немного. Ну, чтобы на спортзал, бля, продержать будет достаточно. Я, кстати, могу твоих пацанов потренировать здесь. Да не, Йоу, у нас пушки есть, у нас типа на центральной... Ну, здоровый образ жизни, никто не отменял. А, тут типа ну-ка, вот это твой, вот это твой друг, как его зовут? Малой. Малой? Ну-ка, дай одну двоечку, убери стол, хочу посмотреть, техника есть, нету. То есть, ну так там он нихуёво дерётся. Ну-ка, не-не, не по мне, не по мне, воздух, дай воздух. Сейчас проверим. Ну-ка, дай, малой. Слышь, малой, ну удиви, ёбаный. Вот так вот с головы он может. Не-не, просто двоечки, руку кинь с головы, да, блядь. Без головы можно остаться и с головой бить. Да так видишь, он ногу поднимает, падает. Ну. Вот он запинывает. Ну так, дай просто руками двоечку, дай я посмотрю. Слышь, малой, ты двойку дать не можешь. А, Йоу, да слышишь, давай знаешь, как малой сделаем, Йоу. Типа, ну, ты же тренер там, Йоу, давай докажи, что ты тренер, Йоу. Типа, вы зарубитесь с ним один на один, Йоу. Малой, только без говна врубаешь, типа, без кастетов, без всякой. Да стой, 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 рано, а, рано. А, я рано, думал, рано. Уже все. Нет. Ну, ты, давай. И, короче, зарубитесь. Если ты, короче, его, ну, типа, хлопаешь, я тебя в ствол загоняю. Да все, давай, базар нет. Ну, единственный момент, знаешь, в чем, что я-то уставший, у меня силы вообще, бля, половина. Ну. А, я врубил, слышишь, ну на. Слышишь, вот это тебя должно, типа, чуть-чуть хотя бы, понял, в чувствах вести. Угу. Да. Ой, бля, теперь же у меня, бля, легкие забьются. Ну, плохо, ты дышишься. Это нормально, ой, слышишь, бля. Централовская, нахуй. Ух, бля, как она попёрла, бля. Афганка это же. Фуи, бля. Она еще больше сил даст, если я побольше буду курить, или только разум задурманит? Не, разум задурманит, Йоу. Да все, бля. Че, готов? Бля, ну сейчас, бля, малой. Теперь. Да, Йоу, ты иди только, Йоу. Да, да, я вру. Не-не-не, Йоу, подожди. А, уже сейчас надо... он приход, подожди. Слышишь, он приход ловит. Бля, вы какие у меня, бля. А можно с трэш-током? Да я... не, Йоу, ты в обезьяннике в не, ну так просто, я, бля, должен чуть настроиться на него. Можно, пожалуйста? Если ты мне ну, даешь слово, что за трэш-ток ничего не будет. Ты даешь слово? Да я чё, в смысле, мне вообще похуй, это ты, он с ними договаривается. Йоу, брателло, давай просто устроим с тобой бой и потом забудем. Оставим это здесь, просто хочу чуть потрэш-токиться. Даешь ты добро? Даешь, что это стволы, это все останется здесь. Ты точно дал слово? Ило, бля, просто я по тебе вижу, что твое слово ничего не значит. И сейчас мы с тобой будем драться, я тебя уложу, бля. Ты, малой, Йоу, как умеешь. Понял ты, бля? Кудрило, бля. Ты на моих пощечинах рос, бля. Ты не смотри нахуй, что ты здесь такой здоровый, я тебя в бараний рог сверну, бля. Йоу, чувак, я тебе сейчас жопу порву, врубай. Я тебе сейчас, бля, сука, бля, собачьего. Твою голову врубаешь, оторву, я тебе в жопу засуну, бля. Ты меня понял, бля? Мудила. Врубаешь еще, я рвал твою жопу на куски, как и твою мамашу толстую, врубаешь, чмо. Бля, я сейчас его уже выебу за эти слова, и суку. Чё, это все в игре, пацаны, это РП. Бля, че он анимацию не делает? Стой, стой, меня штырит, бля! Йоу! Стой, штырит меня, бля! Йо, воу, походу его тоже штырит.
Слышь, Йоу, надо водичкой полить его. Ну, он нормально, слышь, стоял, Йоу. Чувак, он очень долго стоял, почему-то. Я давал ей вот, а ты сосал. Слышь, малой, это он тебе, походу. Фуй. Что вы сделали? Кто меня вырубил? Да, слышь, ты споткнулся, Йоу. Очень печально. Короче, ладно. Братва. Короче, это все зависит, Йоу, типа. Но я в натуре врубаю, типа, у тебя в натуре, ну, нереальные проблемы, нахуй, слышишь, в жизни, ебать, что ты реально ходишь, нахуй, ну, типа, с афросами пи***ся. Короче, Йоу, ну, типа, ты врубаешь, да, как бы, я тебя в беде сейчас не оставляю, Йоу, ну, как бы, бабки надо будет отдать. Ну, и, все, типа, бро. Не заставляю там, типа, искать тебя, Йоу, типа, и прочее. Не-не-не, вот. Я сам верну тебя. Йоу, вот это называется, Йоу, берета. 40-й калибр, Йоу, типа, вот этого держи. Души, братва, души. Ну, типа, мозги выносит, нахуй, просто, блядь, там, на раз-два. Типа, вот это патроны заряди, на. Умеешь хоть со стволами обращаться? Да. Ой, ой, бля, как я его... Эр, я думал, перезаряжает. Йоу, 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 братва, как ты? Йоу. Да, мало, я извиняюсь, я просто впервые за долгое время взял ствол и... Йоу, малой. Охуеть. Йоу-йоу, чувачел. Ой, бля. Слышишь, малой? Я слышал. Я сейчас. Йоу, ты хотел со мной подраться, малой? Слышишь? Рэй, братэва, я извиняюсь, прости, что так получилось. Я никогда не забуду этот твой жест доброй воли. Нормального хаса. Да йоу, все нормально, слышишь, что-то просто ты нереально меня вел, сейчас я чуть в себя приду, йоу. Да тебя это твоя афганка убила, братэва. Да походу, йоу, долгий приход был. Да, да. Бля, пись, Эр вот так... Ой, бля, Эр нажимаешь, бьет что ли, почему? Эр же перезарядка была. Что ты пришел с себя. Давай, братэва. Ой, блядь. Да, братэва. Я тебя записал в могилу. Я тебе даю такую погоняло. Потому что ты меня чуть в могилу не отправил со своей афганкой. С этого дня я буду тебя звать могила. Сейчас я прихожу в себя. За сколько времени ты приходишь в себя, блядь? Минутки две сейчас еще полежу и встану уже. Давай, брат, это не такая сильная боль, чтобы тебя так прибило. Просыпайся уже. Бля, со стволом как теперь уверенно? Ну, блин. Че, ты пришел в себя? Йоу, бля, Марсель, ты меня сейчас нахуй вообще прибьешь, йоу, подожди чуть-чуть, нахуй. Ой, бля, не вставай, не вставай, если тебе ноги не позволяют садить, не вставай, просто лежи, отдыхай. Отдыхай. Сейчас я одну дам, и ты уже, я же тренер, передо мной знаешь, сколько людей вырубали. Сейчас я тебе 2 секунды подниму. А лучшая тема поднять, это вот так. Йоу, вставай, бля, пока не прострелил твою бошку, слышишь? Йоу. Кто-то ходит. Поехали, надо на тему ехать. Поехали, срочно, блядь. Йоу. Сейчас. Да, йоу, бля, дай тебе еще одну хлёсткую дам. И ты сейчас уже... Блядь. Я за тебя переживал. Малой в телефоне будет, опять же смотрит порнуху. Да похуй, дрочит. Идём. Первый вопрос. Есть у тебя какая-нибудь тема, с кем надо поехать, раскачать? Движуху навести. Йоу, поехали. А у меня со всеми, йоу, движухи нету, йоу, типа все бабки только мне торчат. Ну поехали, я на пару тем хочу поехать с тобой. Забери меня хоть раз на одну, посвяти в свои дела. Сейчас, подожди. Чё ты как, братан? Ты пиздец меня слышишь?
вот так вот людям помогаем, нежданно ебать. Бля, братео, да я случайно, я просто ствол взял и... Как тебе сказать, я почувствовал себя какой-то кураж, бля. Слушай, ну чё тебя докуда, ёпт? Да, поехали, где людей, не нужно где побольше людей, я хочу сейчас движуху навести. Ты шимануть уже хочешь? Да, 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 отвези меня я там, где люди есть. Хочу навести движ Париж. Ты пишешь, Марк, какая-то здравая пища, это самое хуёвое, что ты белый, блядь. Да, да, цвет не имеет значения, я могу, бля, перекраситься в чёрную. Сделать татухи такие. И будут тёмненькие-тёмненькие. О, слышишь, легавые раскачаешь? Давай! Они мне стул заберут, жесть спадут. Делай, да, не, не. Скажи, красный, видишь, нас ждёт. Угу. Вот здесь же можно разобрать. Ну, поехали, пообщаемся. Их можно напрячь? Не-не-не, че, только завтра. Йоу, выходим из машины, проверка документов. Это шутка, шутка, офицеры. Че, как вы? Нормально. Помощь. А у вас как дела? Да ничего, отлично. Помощь нужна какая-нибудь? Да нет. Какая нам нужна помощь? У нас все хорошо. Не накормите, случайно. Пока. Вот мы отлучили, да. А вот сюда, с такими целями. Мы? Мы. Не понял. Покушать приехали. Накормите тех, кто нуждается. Я этого никогда не забуду. Мы в этом. Собственно, чей это автомобиль? А, слышишь, йоу, Марсель. Это моя машина, че. Ваш автомобиль, смотрите, вот когда вот там вот стояли на перекресточке, получается, нажимали на звуковой сигнал. Для этого, ну, я так понимаю, просто так, потому что... Нет, знакомого увидел и решил просигналить, поздороваться. Ну, просто, давай, скажем давай, так, именно в населенном пункте, когда вы нажимаете без надобности получить звуковой сигнал, это будет нарушение статьи 1.11 административного кодекса, именно нарушение шума. Не, погоди, типа, с приятелем познакомиться еще понимаю, но вот именно зажимать, это уже... У меня я просто новый поставил, ну, поедется. Затестить, так сказать, да? Ну да, да, да. Понимаем, здесь 4. Ладно, да, тогда. Ладно, тогда что писал, вот слышишь, Марсель, прыгай, дальше. Поехали. Че, вы не накормите, даже один бургер не... У нас у самих еды нет. У нас всю еду с департамента украли, да. Это я своровал. Слышь, Марсель? Поехали, поехали. Вот, вот, видишь? Вот этих типов видишь, вот впереди на товарке. Вот, слышишь, это сучки, короче, с South Gang Bellas, нахуй, рубаешь, типа, с форум драйва, я с форум драйва, они с грубстика. Вот эти, которые впереди, на джипе? Да, вот это сучки. Да поехали, поехали, разъем их. Ну, ты готов, реально? Да, да, да. Ну, там просто можем покачать его. Ну, давай, давай, давай. Йоу! Че? Окно открой для начала. Не открытие, блядь, нахуй, ёбнешь на фейк, нахуй. Слышишь, ты за основу фейка ответить сможешь? Ты нахикать, блядь, своему бате будешь, уебать. Слышишь ты, блядь, сынок, блядь, я поехали, есть твой батя, нахуй, блядь, чертила. Слышишь, слышишь, могила, точно это стоит того? Йоу, да я знаю, что за могила, я тебе вибру боюсь. Я тебе погонял, отдал, бля. Ты мне чуть могилу своим косяком не отправил. С этого дня ты у меня могилой будешь. Такое здравое погоняло вроде. Йо, слышишь, точно за них знаешь? Может быть нахуй надо? А? Может быть нахуй не надо это? Тогда за нас и так все знают в городе, кто мы и что мы. Тем более, ну, понятно, они... Тем более... Йо, да и трое, слышишь. Хуже можем. Хуже. Я там могу чего-то... А, человек 10, это же 12, ебану, бля. Такая мала пока. Я думаю, сейчас не стоит. Сейчас, бля, пацану 25 подъедет. А, что? Какой 25, блядь? Что позарить? Давай, да я не с тобой разговариваю, я с другом в машине вперёд, общаюсь, бля. Давай, бля, Слушай, ты мне не угрожай, понял? Пистолетом. Ну и что у тебя пистолет есть? Бля, нам... Давай снимаемся.
тебя пиздец. Да хуя. Слышишь, он то пиздец. А где наши сноуфейки? Я ебаю нахуй, набери, я все меня. Давай, 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 ну-ка дай назад аккуратно, туда надо было направо. А вот, 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 легавый сзади. Чё там, бля? Подожди, подожди, видишь, легавый сзади. Можно легавых на них натравить, нет? Да я не знаю, что они мне угрожают. Останови, останови, останови. Прижмись правее. Да они не будут, они не слышат, они не услышат, что это за комнат. Чё, бля, сейчас окно открою, я сейчас буду орать. Слушай, кто бы нам не угрожал, пусть у них будут пистолеты, хоть что хочешь. Я тебе говорю, не суйся в эти дела, нам это не нужно. Мы законопослушные граждане, понимаешь? Пусть они с нелегалыми пистолетами ходят по штату. Ты понял? Мы не они, нам это не нужно. Снимайся. Раз, ты подожди, куда снимаешься? И все. За полосу, пожалуйста, не штраф можешь. Ты шаришь, о чем я, мэн? Да, да, я врубаю ее. Поехали, йоу. Убери телефон. Телефоном нельзя за рулем. Да, они ж не видят, йоу, они сзади. Все равно через зеркало могут палить. Проблем не нужно. Поехали, йоу, зеленый. Нет, красный еще. Какой зеленый еще? Они много людей. Блядь, теперь каждый красный наш, что ли? А, остановимся. Да. Давай, может быть, остановимся где-нибудь, посидим, поболтаем, покукарикаем. Ой, блядь, покукарикаем, говорю. Потрещим, блядь, мы же не петухи, чтобы кукарикать. Блядь, легал направо, направо. Сейчас услышишь на бене. Направо. Сейчас направо, да. Блин, надо в какой-нибудь район заехать, слиться от них. Вон там еще один. Йоу, йоу, йоу! Что такое Snowflake, бро? Snowflake, понял. Ну, оскорбительное, как бы, Snowflake. Эй, йоу, я не Snowflake, йоу! Спались от них наконец, бля. Чё там, бля, они хотели? Я сейчас выебу, бля. Таманчик, как тебе, брател? Короче, врубил, да? Ну да, здесь опасно, нахуй. Выключи радио, пожалуйста. Опасно, нахуй, значит. А чё, где сейчас ваниль движ будет? Тихо, тихо, тихо. Бля, малой до сих пор порнуху смотрит. Он же вообще... Ну, по нему видно, он такой драчболист, бля, не? Такой суходроч, бля. Йо, могила. Выйди с машины. Руки за голову. Че, ебанусь? Быстро руки за голову. Так, стой, не двигайся. А ты че думал? Не делай людям добра и не получишь зла, могила. Я тебя услышал, родной. Слышь, ну это крупная ошибка, я врубаешь? Чё там, могила? Чё ты? Ты же у меня хотел забрать тогда чего-то, ты помнишь? Денежки хотел забрать. Чё тебе денег дай, это я дам, типа, йо, ты только у сексуалу бери. Могила, я не забываю добро людей, это была всего лишь шутка, брателла. Я не из тех, кто может засунуть нож в спину. Ты чё? Пропалил меня уже, да, ты чё, брателла? Я не из тех, кто когда-нибудь сделает подобное. Если я дружу, я дружу до конца. И пойду с человеком до того. Я понимаю, Йо, но ты в следующий раз просто поаккуратнее, если эту малой бы типа увидела, я на этом бы тебе. Да, это да, 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 это могло бы закончиться неприятно, но он пока дрочил. Он проснулся как раз. Да. Чё там, ученик? Слышь, малой? Че? Ну-ка, удар один удар, просто воздух удар. Да, один удар. Yep. Блять! Слышишь, Йо? Я случайно, Йо. Случайности не случайные. Вот это потушил с одного удара. Нет, ты видел, как я его... Ты видел, как я его в дверь закинул? Слушай, сюда, когда, бля, бьешь правой рукой, понял? Левую, на левую упираешься, правую бьешь, правую ногу скручивать надо, чтобы удар всем телом заходил. Это во-первых. Во-вторых, бля, чуть левое колено сгинаешь.
чтобы на спину нагрузка не шла. Понял? Угу. А так запомни, не бойся нож, а бойся вилки, один удар, четыре дырки. И Марсель в долгу никогда не останется. Запомни это и живи с этим на всю жизнь, понял, малой? У меня есть один, бля, малой братишка. Он скоро тоже прилетит, и мы здесь будем движ наводить. Движ Париж, я сам с Парижа. Чё, сейчас где будет суета, могила? Я знаю, да мы тут. А тебе тоже даю погоняло, ученик. Ты ученик, а ты могила. Вот вам два погоняло. Слушай, это среди вас. Какого поселкового поселка? Вот смотри, ты сейчас можешь к любым сноуфейкам подъехать, можешь? Сейчас, слышишь, его подожди. Да. Я его саплодосу. Слышь, малой? Да. Ты в натуре с одного моего удара отлетел, бля, не знаю кто. Ты че такой слабенький, что ли? Я-то столько ударов выдержал, может быть реакция не та, силы по цели, возраст, сам понимаешь. Но я, бля, один на один никого не чувствую, бля, понял? Угу. А чё ты так со мной стал разговаривать мягко? Чё? Чё ты так мягко стал разговаривать, В смысле, чё ты хочешь от меня, чувак? Я шучу, я уже даю до людей. Даришь, о чём я, мэн? Стол, убери, ты чё тут людей? Ха-ха-ха. Ты дал моего, чувак. Ха-ха. Это игрушка для меня. Я могу засунуть кому-нибудь в жопу и прострелить. Зверь Марсель в городе. С этого дня мое С этого дня мое погоняло зверь. Запиши. Напиши Марсель зверь. 742-3117. Запомни с одного раза дважды повторять не буду. Чего, блять, еще раз? 742-3117 дважды повторять не буду, бля. Ты повтори. Здорово, дружище. Йоу! Йоу! Да-да. Здорово, дружище. Здорово. Какой Сам... целью подъехал? В смысле, здесь там мастерская же? Да, да, догоняй. Ну-ка, загони сюда. Ну, сейчас окей. Я все сделаю, не переживай, моё. Аккуратней. Вот сюда останови свой эмоцию. Как зовут? Включи зажигание, да, вот это? Подожди тебя. Как зовут? Сейчас, Марсель, подожди, сейчас мы закончим и там уже. Я только... В смысле, как зовут? В прямом смысле, как зовут тебя? Кума зовут меня. Как? Кума, Кума. А, мы с тобой же знакомы, Кума. Это ты когда засучил меня нет, копом? Нет, я тот, кого вместе с тобой засучили. Пацаны за меня знают, я никогда не сучу. Я еще отсидел за тебя там, блядь, весь срок на себя взял. Нихуя, Кума, это ты, что ли? Да-да. Кума. Что ты там со столом нормально сегодня? Все ровно, да. Йо, со столом, бля, лучше не бывает. Да не показывай, не показывай. Нет, зачем ты на меня направляешь? Ты меня хочешь напугать столом, что ты, чувак? Слышишь, чувак, и не таких да, пугали, ладно, подожди, я за тебя срок мотал, чувак. Я тоже не пустой, братишка, аккуратно. Все, Кума, ну-ка идем с тобой, перетрем на минуту, оставим мотоцикл, это надежные парни. Я знаю. Алексал. Слышишь, Кума? Подожди, за 4000, бля, живой кобри в рот дам, бля, это что за цены? Что, 4000? Йо. Подожди, ладно, идем с тобой, переговорим, пусть они делают, и мы одних бабки никому не дадим. Слушай, сюда, чувак, сюда, в прошлый раз, у нас с тобой произошло недопонятка, недопонимание. Там у меня была одна спецсуха. Ты влез в нее, потом я весь срок засидел, от тебя всю вину взял на себя. Ты понимаешь? Ты сказал, что я тебя бил, бля, какой срок? Слушай, сюда, это слегал, у меня спецоперация была, ты просто оказался не в то время, не в том месте, шаришь, о чем? Я микнул бы, я отъехал. Йо, мэн, ну там произошла такая недопонятка, я вызвал такси, ты подъехал, ты че таксуешь? Уже нет. Ну, понимаешь, а у меня-то такая тема, таксистов не кидаю, поэтому, ну, чуть маленькая недопонимая. Я сам взял весь срок на себя, видел, улегал, к тебе претензий не было. Я как мужчина пошел, отсидел за всех. Потому что тот, кто не при делах, он не должен влазить не в свои темы. Шаришь, ты моего кентерика уронил. Я много кого-то... Мне пришлось продолжиться. Да, я до хуя кого уронил в этом городе. Если ты за каждого будешь приходить, бля,
У тебя тоже я за каждого... непонятки. Отлично. Я за каждого не прихожу, я прихожу только тебе на своих братьев. Тебе за полштата придется прийти. Ну, было, получилось, блядь, это уже забытое прошлое. Ну, я тебе если просто напоминаю, что это был никто, а мой брат. Косяки дохуя у кого здесь выйдут, понимаешь? Может если ворошить, блядь, это прошлое. Давай лучше, блядь, подружимся. Я вижу, ты нормальный пацан. Тоже с легалами здраво давай, общался. Давай, подружимся. Как тебя звать, братан, еще раз? Акума. Меня Марсель, я... очень приятно, братва. Взаимно, взаимно. Давай обменяемся номерочками, продиктуй свой. Давай. 712. Сейчас. Это что ты типа находишь? Карю, блин. Сейчас, стой, стой, стой. Ага. 712. Дефис. 1161. Кума с двумя М. Йо, Кума, ты так больше не кашляй, а не корона случайно? У меня ангина. Не-не, ты отойди, чё дистанцию держи, братва. Давай, тебе сейчас цинка. Ты же не в боксе, чтобы дистанцию держать. Подожди. Там в боксе мне-то равных нету, Кума. А ты так не запишешься, подожди. Ты мне продиктуй лучше. Ну ты мог бы и запомнить мой номер. 742, дефис, как ты сказал, или тире, как я говорю. 3117. 742-3117. Слышь, Кума, у меня к тебе такой один вопрос братский есть. И ты, наверное, дохуя за меня слышалось, дохуя кого уронил. Бля, прикинь, вчера, бля, в баре отдыхал, бля, стриптизершем по 5000 долларов засовывал, бля, пацанам всем сгрел тёлок, бля. Кто там со мной вместе в тюрьме срок мотали. У тебя не будет пару тысяч долларов так просто на время? У меня здесь пару тем, если я тебе верну. Пару тысяч долларов? Да, да так, просто на ход ноги. Я-то вчера по-моему, ты много говоришь, пару тысяч долларов. Здесь большая сумма. Братан, я с большими суммами только что и делаю, работаю, понимаешь? Вариант есть или нет? Просто. Продиктуй-ка номер свой еще раз. 742-3117. Ух, бля, тихо, тихо, ты че такой, оу? 742-3117. Посмотрите, на банк пришли. Да, там пришло полтора рубля. Полторы тысячи долларов. Не вариант еще полторы тысячи долларов. А ты уже, по-моему, разогнался. Да, не разогнался, здесь пару тем есть, я тебе отдам, братыла. Да, я тебе и так дал на ход ноги. Спасибо тебе огромное, я никогда в жизни не забуду. Я сам здесь такое ношеношенное и брошенное, бля, кручусь-вручусь. Пытаюсь, да? По порядочному двигаюсь. Подожди секунду, бля, братва, я никогда в жизни не забуду это, бля. Как тебя обонять, бля, даже не знаю. Здесь просто не буду, здесь люди стоят. Спасибо, братан, большое, от души. И у меня есть пару тем здесь. Ты знаешь, где сейчас люди бывают? Ванили бывают, и не знаю, сейчас... Нету. Почему афросы напрягают наших белых? Может, мы напряжем с тобой какой-нибудь афрос? Поменяем систему. Надо будет их ловить, только не в этом рае. Согласен, Кума, ты мне начинаешь нравиться с первой секунды нашего общения, Кума. Только я узнаю, и там 4000 долларов за что хотел за мой мотик, чтобы... Бля, по-моему, еще хату тебе хотел пихнуть за эти бабки. Здорово, сабмен, чувак. Что за татуха сзади? Мое имя написал. Йоу. Ты кто? Меня Марсель звать. Ты кто? Типа, че за фрик? Как понять фрик, бля? Ты меня знать не знаешь, ты, блядь. Не попутал меня фриком называть, дружище. Ты будешь качать свои права, Снуфлей. Ты приехал в Беннис, прокачивай свою тачку. Если я приехал в Беннис, ты сейчас приедешь в Беннис. Спокойно с опросом. Понял ты, бля. Мне разницы нету, кто ты, какого цвета у тебя кожа, я к людям отношусь одинаково. Не надо, бля, борщить со мной, ты меня понял? Не перегинай палку, бля, и она может сломаться, и ты можешь упасть с нее. Ты кто, ебать, Snowflake, бля? Ты я будешь стоять что-то, покажу. Блядь, здесь на афро... Кто я такой, блядь? Сука, блядь? Лежи нахуй, бля, и слушай, я тот, кто тебя выебит, бля. Ты меня понял, хуйло, бля? Я тот, кто тебя раком буду ставить всю жизнь, бля. Ставил, ставлю и буду ставить, бля. Вот так нахуй будешь лежать у наших ног, бля. Понял, бля, курица. Чё, слишком борщит со мной, могила. Йоу, да это хоми мой, ты врубаешь, это Беннис. Ну извини, бля, я думал, он Пеннис, бля. Оказалось, что он с Беннис, я не знал, брателло, извини. Бля, он меня вынудил с ним так поговорить.
Он начал, ты чё, хуй, не хуй, пятая, десятая, могила. Так, йоу, ну это ты понимаешь, это наш район, мы здесь как... Ну я понимаю, братево, бля, я понимаю. Ты так тоже вдруг близко не подходи ко мне слишком. Я понимаю, вы сейчас на меня обозлились. Ну, бля, это полная хуйня. Да не обессуй, братево, не обессуй. На самом деле, я не знал, что он твой хоми. Просто он уже неоднократно борщил со мной. Вот этот... Это для него я взял у тебя ствол, чтобы с ним раскидаться. И тут, бля... Так ты это хоми, ты ж мог бы ко мне подойти там попросить. Братево, не обессуй, короче, не обессуй. Это типа хуйня была, йоу. Тише, 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 ты что делаешь? Да типа да. Слышишь, на Бенни сил, ёбан. Эй, ножом зачем ты ударил? Он же его рукой ударил. Он его со стола уебал. Ну чё, вызывайте медика.